брокерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Если собеседника не было, если там есть деньги, если там есть деньги, то другой собеседник мне гораздо более симпатичен. Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. В эфире очередной выпуск программы «Доживем до понедельника». Григорий Гельфер, Евгений Гендин и меня зовут Елена Кальянова. Рады приветствовать вас в эфире. Добрый вечер, добрый коллеги. Вечер. Добрый вечер. Мы, как обычно, работаем в прямом эфире. У нас есть обратная связь с нашими зрителями, телефонная, интернетная. 370-3101 – это прямой телефон нашей студии. Во время эфира он работает. Можете звонить и задавать свои вопросы. Да что телефон, если когда работает Facebook? Вот смартфон, вот вы, вот я, вот вы сюда пишете, вот я в прямом эфире читаю ваши вопросы, похвальбы, хулу и так далее. И все это прямо звучит сейчас. Поэтому пишите на страницу программы «Доживем до понедельника». Лучше бы похвальбу, конечно. Ну, конечно. Ну ты можешь считать, кого-то можно нравится, похвалить, да. А кого-то... Ну, начинаем, да, программу «Доживем до понедельника», ну, вот... Главная, наверное, новость прошедшей недели о человеке, который не дожил до этого понедельника, это Денис Вороненков. Я в одной из программ собирался рассказать о, ну, достаточно незаурядном, так сказать, персонаже, но, к сожалению, такая вот трагическая история. Его, он был застрелен в Киеве. Я вкратце напомню, это бывший депутат Государственной Думы от КПРФ. Вот такой, в общем, человек очень яркий, как был в розыске, да, в России. Там обвинялся в том, что какие-то там здания отжимал. Значит, ну, приехал сюда, получил очень быстро гражданство. И, в общем-то, ну, к сожалению, в любом случае, там... погиб. Он приехал с женой, там Мария Максакова, тоже бывший депутат Госдумы от «Единой России». Это была такая знаменитая свадьба межфракционная. Ну, она действительно, она выдающаяся певица. И вот так сложилась судьба. Ну, что, есть несколько версий. Он был застрелен в центре Киева. Значит, есть версия, что, значит, он был ликвидирован, потому что он был свидетелем по делу Януковича о том, что Янукович слишком много знал. Второе, что он разрушил какую-то путинскую схему торговли наркотиками, потому что он работал одно время в госнаркоконтроле в России. Ну, по крайней мере, версий много, равно как и по убийству. А есть... Путину надо увеличивать дозу, поэтому да, объем надо заставить. Версий много, есть самые такие, ну, версии ошеломляющие буквально, ну, в частности, его убийца, да, там, киллер, Першов его фамилия, он, кстати, какое-то Паршов. Время... Паршов. Да. Да. По-моему, Першов. Нет, Паршов. Ну, это, в общем, не суть важно, он был в красных кроссовках, и это тоже вызывает какие-то, значит, домыслы о том, что, может быть, он был специально так одет, чтобы его опознал охранник. И вообще, то, что охранник выжил, это, может быть, не случайно. А то, что он застрелил киллера, это вот специально. Ну, короче говоря, есть поле для размышлений специалистов. Ну, на самом деле, Кремль открещивается. Ну, я думаю, что все-таки остался бы он в России, наверное, его бы посадили, но не застрелили. Ну, поэтому да. Я думаю, что все-таки там. Я вот тебя слушаю, я бы совершенно на другом сделала акцент. Конечно, безусловно, там смерть человека, любого человека, это трагедия. Но мне кажется, что очень большая трагедия для Украины, это то, что вот тут огромный прокол спецслужб украинских. Даже если... Ну, если это не их работа, то тогда... Да, если это, конечно, то тогда это прокол. А если работа, то профессионально. Человека должны были защитить, если он обладал теми сведениями, вот, о каких нам говорят, о данных там, по Януковичу, по Майдану и так далее, то почему нет охраны, не было такой должной охраны. Ну и вообще это крайне вызывающий факт, когда в центре европейской столицы происходит а. убийство, и убийство б. такого человека. И в. не первое. И в. не первое, да. Это, ну, это вопиющий факт. Это... Ну, кстати, это... отель, вот этот пафосный отель, возле которого да, убили, Палас, он принадлежит там, бывшему Бабакову. Солсенскому бандиту. Да. Да, Лужниковская группа депутатов Госдумы. Госдумы, конечно. Да. Мне еще вдвойне горько, что это, например, дом, в котором моя мама родилась в Киеве до войны, это был потом была гостиница «Украина», вот именно в этом доме, где премьер Палас,
ты поворонил. Ну вот знаешь, ты в прошлой программе говорил о том, что вот о банках, да, российских. Почему вот отели такие не блокируют, да, не протестуют наши активисты? Мне кажется, вы тоже немножечко нагнетаете центр европейской столицы. Вспомните, что в Лондоне происходит, что происходило на самых людных местах. Да, это несколько другая, терроризм. Тоже, но да, понятно, что в данной ситуации охраняемое лицо. Тут мутная история. Я уже как бы... Мутная. Нельзя в эфире говорить, можно говорить. Замахался, то есть за интерпретациями следить. Посмотрим, есть следствие. То есть сейчас очень много нам будут преподносить интерпретаций. Его вот товарищ этого Вороненкова, тоже беглый депутат, Илья Пономарев, он считает, что Юрий Луценко немножко, а может быть не немножко, как бы подставил, вольно или невольно, Вороненкова, сообщив о его участии в деле Януковича. Да. Пономарев говорит, что утечка через генпрокурора не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью. Военные прокуроры предполагали, что про Вороненкова станет известно уже на процессе, когда объявят его показания. Они с Машей, ну, Максаковой, рассчитывали за это время прикрыть все хвосты в России. Продажи квартиры. Сын оставался в Суворовском училище. У Маши были дела. И есть, по мнению Пономарева, опять-таки, это его мнение, некоторая вероятность, что подельники Януковича были напряжены по поводу показаний и, возможно, решили убрать свидетеля. Но в это же время он отметил, что показания Вороненкова не были основными вот в деле экс-президента Украины. Вот большой вопрос. Зачем они говорят о том, что я дам показания? Ну, дай сначала, они а же, потом... Мы не знаем, что там, может, ему было обещано, что об этом не будет сказано и так далее. На самом деле мы действительно не знаем. Там опять-таки задействованы большие люди и большие деньги. Хотя иногда люди маленькие оказываются, но допущены к большим деньгам. Я в заключение Вороненко, у него много там интересных цитат, но я даже о Крыме не буду говорить. А про покемонов? Да, да. Что про покемонов? Да, и про покемонов. Да, этот закон, один из последних, который инициировал, это запретить покемонов в России и так далее. Но про Крым, когда ему вменяли вину, вот, что вы сбежали на Украину, но вы же голосовали за аннексию Крыма. Да, он говорит, что решение по аннексии Крыма принимал один человек. Все нормальные люди были против, включая его близкое окружение. И говорит про себя: я был бы посажен в тюрьму по надуманным основаниям. Семья была бы уничтожена. Моя жена уже потеряла двух детей, когда было это давление. Кто бы вспомнил на Украине, он еще на Украине сказал, тоже достойно наказания, но уже наказан. Кто бы вспомнил на Украине про такого человека, Дениса Вороненкова, который проголосовал против Крыма. Тоже в логике как бы определенной человеческой, не депутатской, не откажешь. Но тут переплетение, конечно, очень много многих вещей. Думаю, до конца мы опять-таки ничего не узнаем. Опять поле для манипуляции игры. Я боюсь, что это дело так же, как и вот с Шереметом история. То есть, ну, оно останется. Так вот смотри, Шокина предотвратили там, да, какое-то гипернападение. Геращенко, да, предотвратили. Да даже Гончаренко какого-то вернули. Не дали изнасиловать. А тут такой ценный человек, который якобы там с данными по Януковичу. Почему же так? Человека всегда жалко, как бы, в любом случае. Игры, да. Сбежал от Путина и попал, не сбежал, да, недалеко. Ну, там же, да, все приводят эту цитату Путина, сказал, что кто против нас пойдет, трех дней не проживет. Ну, понятно, это судоплатовские еще дела. Да. Ну и просто еще одно трагическое событие произошло в Украине. Это взрывы в Балаклее, да, там в Харьковской области, город. Там огромные склады с боеприпасами, там 175 тысяч тонн, значит, боеприпасов. Значит, и, в общем-то, они начали взрываться, начались разрушения, значит, в окружающих домах, где живут люди, погибла женщина. Ну, в общем, короче, многие люди остались без жилья, то есть это реальная трагедия. И, значит, вот по словам Антона Геращенко, там этих боеприпасов взорвалось там на 8 миллиардов гривен. То есть, ну вот если судить по тем ценам, он говорит, что там тонна стоит там $2000. То есть на самом деле это как бы, ну, дикая история. Ну, Матиас, да, военный прокурор, говорит, что все-таки это диверсия, потому что область, ну, пограничная, так сказать, находится. Эти склады, был замечен беспилотник, который летал. Беспилотники. И, да, даже беспилотники. Якобы. Ну, это же все там. Якобы. Я не знаю. Мы все равно, мы же там не были, мы обмениваемся той информацией, да, которая Кальянова, не читаем. Ну, я не знаю, я была в шоке. Да. Мне кажется, это, что это такая трагедия. У Кальяновой алиби, она была в шоке. Да, ну это уже, ну потому что это огромное, там один из самых больших складов, там 40 гектар занимает. 170 тысяч тонн. Да, занимает площадь.
площадь 40 гектар и охраняет всего там 90 человек. 90 то есть человек, это, да. Конечно, какая бы ни была, значит, возможность диверсии, но налегла на такую подготовленную годами и десятилетиями почву, что вот, к сожалению, мы получили то, что я получили. Я считаю, что это второй прокол вот недели, это прокол Генштаба. Это, естественно, это может быть диверсия, это очень похоже на это, но то, что это стопроцентная халатность и, ну, я не знаю, вина Генштаба и лично главы Генштаба, это, мне кажется, это Муженко, очевидно. Да? Муженко, ну, да. Я не знаю, в любой цивилизованной стране, в Америке, за такое не то, что наказывают, а, ну, по крайней мере, сняли бы. У нас ничего. Бедные люди, кто это компенсирует? Все, 170 тысяч тонн охраняло 90 человек. С нас до сих пор высчитывают воинский налог. Вы знаете, что из зарплаты до сих пор мы платим, куда эти деньги идут? Говорят, что да, беспилотники замечали, люди якобы звонили в полицию, никакой реакции. Где ПВО? Где хотя бы минимальные какие-то средства защиты? Это делают во всем мире. Неужели никакого там контроля воздушного пространства не существует, если были сигналы? А может, кому-то нужна была земля, 40 гектар все-таки? А мне кажется, что это потому, что руководство генеральское, оно до сих пор с советской ментальностью, его никто не меняет, они привыкли так жить. Не знаю, была песня это когда-то. Все... Как хорошо быть генералом. Как да. хорошо быть генералом. Вот это вот, да. Я все-таки пару слов добрых скажу от себя, может быть, от нас, потому что мы ругаем спецслужбу. Пару слов добрых зато в сфере искусства и идеологии. Ну, правда, Евровидение не очень имеет отношение к сфере искусства, но в сфере массовой культуры. Ну, культура, ладно, громко сказано. Ладно, Евровидение тоже смотрят все, чего я так пренебрежительно говорю. В данной ситуации решения Службы безопасности Украины тот нечастый случай, когда я безоговорочно поддерживаю о недопуске Юлии Самойловой, которая победила в отборе. Она без отбора, сказали, что ее без отбора назначили. Да, ее посадили, в этом... Да. Вместе с креслом в студии Первого канала отсняли и назначили. И ей не разрешен въезд на общих основаниях, как нарушивший пункт, я не помню, я называла его. Здесь спасибо. Да, законы, да. И хорошо, я хочу сказать, что это там правильное, спокойное решение, с моей точки зрения, которое я правильно и спокойно поддерживаю. И хорошо, что это произошло сейчас, потому что каждый день работал бы против нас, потому что нагнеталась бы вот эта истерика. Что будет с ней? Убьют, там, изнасилуют, обольют зеленкой, там, натравят снегирей голодных. Ступеньку подпилят элементарно на выезде на сцену. А потом, если бы приехала и так далее. То есть каждый день бы был пропаганда. А так, по крайней мере, им надо держать вот этот градус ненависти, где они. А это не так легко, даже этой пропагандистской машине. Второй позитивный момент, я вижу, что все-таки это внимание опять-таки к Крыму. К проблеме, что девочку, значит, эту, невзирая там как бы ни на что, спокойно по законам Украины не пустили, потому что она нарушила законы, побывав на аннексированной Россией территории. И теперь, ну, будут думать, ехать ли вообще туда или не ехать. Ну, и что эта проблема есть, а ее ну, не те, замалчивают. Кому это важно, и вообще, да, да если Украина деле. Сама не считает нарушение целостности и поддержку там аннексии, достаточным основанием, что другие должны рвать, ну, то, что у них еще не порвано. В конце концов, Савченко за нее споет. Какая разница? Тоже русская певица. Там споет 7.40 или Хава Нагилу, или Аида Шимама вслед ее последних. Ну ладно, не будем о Надюхе. Ну, Кириленко сказал. Ой, вы. Да, Кириленко предложила заменить. Чтобы это заменили. Хорошее пока. Очень но русские предложение. Не сдаются, они гордо отказались. От. Да. Может, они еще подумают. Они сказали, что они там какое-то альтернативное свое внутрироссийское конечно, Евровидение будут конечно. Проводить. Да, в этот же именно. Момент, где будет, когда будет идти Я хочу сказать, что вот Евровидение. Же на улице весна, и идет такое очень сильное весеннее обострение. Люди везде выходят на митинги. То есть в Лондоне, да, выходят. Это там много вышло людей против Брексита. Значит, ну, понятное дело. А тебе Лондон ближе. Не, мне просто, если бы мы вышли из Евросоюза, я тоже бы вышел на митинг. Но мы еще туда не вошли. Ты в курсе, кстати, посмотри, что Брексит это не вот это то, что на зубах, чтобы... Это не Брексит. Это не Брексит. Это да. Я думаю, почему он начал с Лондона, а не с России? Не, я придвигаюсь. Потом я хочу сказать. Не, я хочу сказать о Минске. Там тоже вот... Если Глеб нам покажет, какие были вот это вот в Минске, так сказать, протестующий человек. Эротично там, очень. Да, эротично, да. А вот что вот этот мальчик в шлеме, он его так хочет, что за ним гонится. Это очень такая, значит, интересная история. Ну, там в Минске вот по поводу вот этих законов о...
тунеядцах, там вышли люди протестовать. Но для Минска это много. И в частности, вот там Некляев, это выдающийся на самом деле. Поэт, драматург. Да. Вот, он тоже участвовал, он сейчас там в больницу попал. Ну, в общем, короче говоря, там батька, борется со своими демонстрантами. Ну, а Россия просто удивила. Можно, Глеб, еще одну, так сказать, еще фотографию? Да. Вот. Весенние такие? Да, да, весенние фотографии. Здесь тоже эротично. Да, эротично. Я хочу сказать, что Россия удивила, потому что в 100 городах было объявлено, ну, около 100 городов объявили о том, что выйдут на антикоррупционные митинги, ну, в связи с вот публикациями фонда Алексея Навального, который сейчас очень так это заактивничал, да, он будет сидеть в качестве объекта все-таки выбрал не Путина, а Медведева. Димон, здесь вам не Димон. Значит, короче говоря... ОМОН вам не Димон. Да, короче говоря, и тем не менее я хочу сказать, что до 10 тысяч человек, которые вышли в Москве, да, там вот... В Москве вышло больше. Ну, последний, может, после этого я еще, как бы, ну, даже если, ну, короче говоря, если уже больше 10 тысяч, это уже такие, ну, заметные цифры. И арестованных там 600, 800, я не знаю. Короче говоря, они там еще, я так понимаю, нагоняют цифры. Ну, цифры тоже увеличивают. Хотя это про российских подментов же. Короче говоря, цифры такие, ну, как это не крамольно звучит, обнадеживающие. Да? То есть в России пошла какая-то там движуха, и ресурсы, какие-то, в общем-то, силы будут, наверное, потрачены на то, чтобы это, ну, немножко все-таки успокоить, утихомирить, а значит, нам будет, в общем-то, легче. Ну, Майдан не удался. Замечу к этому. Можно добавлю, что я бы предостерег, но мне не очень нравится тенденция такая черно-белая в том же там Фейсбуке или где-то, либо горячо поддержат, о, ура, в России революция, там, это глуповато, либо как хают, начинают, да, это все, Навальный, там, куклы, неважно, у нас же, вспомните, как у нас протесты там начинались, те же самые могли, это в любом тоже случае... Тоже против Азарова, премьер-министра. То есть в любом случае это... Движуха. Ставить штамп, тем более, опять-таки, ничего не знают. И еще мне понравилось, что сказали, по всей России выходили на антиправительственные митинги, и только в Крыму, как это не больно, вышли в поддержку Единой России, что еще раз доказывает, что Крым это не Россия. Я просто еще хочу сказать, что вот я так понял, что для многих это уже было как флешмоб, попасть в автозак, вот там, ну, чтобы протокол составили, то есть это уже как бы, ну, это считается модным, ну, хорошая мода. За все силы истошно кричат, некоторые не повторяйте. Самое интересное, да, что это все-таки митинги против коррупции. У нас-то коррупция... У нас начиналось с Европы, евроинтеграция. То есть наша коррупция, по-видимому, еще не доросла. Может, у них дойдет до уровня российской, то есть мы еще на митинги не пойдем. Ну, да? Батька Лукашенко сказал, что вся беда из Украины. Ага. Есть такая версия, что это Украина так сказал, влияет. Что отряды готовили кого-то. Ну, вот, да? Ну, какая-то дрянь говорит одно, идет завтра, из да, завтра ему понадобится они, понизить цену на нефть, и он как бы Путина другое скажет. Я хочу сказать, что из Украины не только плохое идет, а и может быть, не очень плохое, а может быть и плохое, собственно говоря. Вот я о чем. Бывший министр финансов Украины Наталья Ерейска, она назначена сегодня исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю в Пуэрто-Рико. Ее цитата, она сказала, что для нее это большая честь принять новую должность. Вот там ее основная задача Это тебе не в Украине, Пуэрто-Рико, да. Она будет возвращать эту страну на путь финансовой стабильности. И сказала, что обязательно будет использовать украинский опыт. Я о чем? Что из Украины только в Пуэрто-Рико, не едут в Великобританию или США. Я смотрел на карте, там рядом эти Вирджинские острова, вот это самая там легче деньги офшорная скрывать. Зона, конечно. Там шум, потрясающие красивые женщины и мужчины, Елена Анатольевна, кстати. Вот как на картине. Ну, думаю, что в ближайшее время финансовая стабильность Пуэрто-Рико гарантирована, поскольку в Украине мы все результат видели, уже, слава богу, ее сняли. Телезрители отписали, вот Михаил Бабенко пишет, у нас с Рашкой, я так понимаю, он имеет в виду сопредельное государство, да,
важен хороший опыт общения. Они нам из Ростова целого легитимного Яныка в рамках уголовного дела демонстрировали по скайпу. Если уж срок можно по скайпу, то петь на Евровидении 2017 по скайпу можно и подавно. Но если вдруг Юлечка что подзаработает, отправим на почту. И Владимир Самойленко пишет, в российских протестах примечательно то, что люди вышли только после фильма о Медведеве. А Путин ла-ла-ла-ла уже достаточно давно. А до этого говорили, не знали, да, про Ярейска. А давайте ближе к нашим делам. То есть Пуэрто-Рико она уехала. Пуэрто-Рико это на запад. На запад это значит не через... Я пытаюсь усиленно связать предыдущую новость с тем, пока что... Пока ослаблено. На запад это значит не через мост новый, потому что если бы Пуэрто-Рико была на северно, то у Ярейска были бы проблемы, если бы из Днепра она ехала, потому что идет ремонт нового моста, который максимально старается облегчить. Да, сериал «Мост». Не скандинавский, не американский, наш. На этой неделе должны... Ну, Лысенко обещал. А если бы Лысенко обещал, то 94% что это будет. Завтра Лысенко будет в студии. Завтра Лысенко будет в студии. Скажи, что Гензель сказал, что не текст. На это не должны запустить муниципальный автобус через мост, такой своеобразный шаттл, челнок. Это от Виадука, вот на левом берегу, до от Виадука, да, где дом торговли, значит, к концу там ремонта Виадук, моста запустят. На левом берегу, до Мост-Сити на правом берегу. Думали вначале бесплатно они, насколько я знаю, но потом символическая плата, типа, чтобы перевозчики не бузили, не было конфликта, по моей информации... У них привычка собирать деньги, да, чтобы да. не пропадало. По моей информации, 2 гривны он будет стоить. А вообще, как бы Михаил Лысенко заявил, что по графику, даже с опережением, на 7 дней идет ремонт. Он здесь фильм «Крик» 7 дней. Такой. Вот. Графика не видел, но хочется верить. Потому что общественность ворчит, но это ее сейчас работа, основная ворчать у общественности, к сожалению. Люди следят, проезжая на маршрутках мимо. Не, но они ворчат. Тут некоторые ворчали, что, кстати, ты следила, пропускают частные машины. Я не считала, но машин стало меньше. Вот. Вот что наша программа животворящая. Может, просто спецслужбы пересели из ремонтники, сейчас я закончу. Ремонтники говорят, что сейчас в основном техника работает, но вот с понедельника, то бишь сегодня, в достаточном количестве люди там появятся. И они реально хотят с мая круглосуточно, чтобы на 3-4 недели сократить полное перекрытие. Но при этом официально заявляют, что пешком и великом, у тебя же велик, по-моему, есть. Ну, мне туда и пешком нечего, у тебя зачем есть. Мне туда ездить? Пешком и великом в любое время суток можно ездить туда и назад. Это, кстати, полезно для здоровья. Все, сейчас попробуй после программы, поездить. Давайте пешочком сходим туда. Посмотрим. В дом торговли. Ветерок хороший как раз. Ну, я хочу сказать, что транспорт, ну, мост, конечно, важно, но самый все-таки любимый мой транспорт, это первый трамвай наш днепровский. А когда ты ездил на нем? Ну, я большую часть жизни я ездил. Ну, между прочим, и без меня. Когда ты вдыхал аромат первого трамвая? Он и без меня 90 тысяч человек ежедневно провозит. Но тебя не хватает там. Может быть. Он ждал, когда электронный билет. Да, я ждал, когда можно будет электронный. Сейчас вот уже можно рассчитываться будет с помощью смартфона. То есть это же, понимаете, надо только обеспечить каждого едущего пенсионера смартфоном. Вот не надо, Гарик, то, что они говорят, можно и наличным платить. Лучше смартфон. Прекрасно, Янике все предъявляют. Отсканировать, статистика. Значит, там надо вот что отсканировать, и там вот через вот этот банкинг, то есть раз, и все, и не это поделаешь. Это всего 7 вагонов. Да, ну не важно. 7 уже вагонов. Вот. Ну уже важно, и будет там бортовой компьютер, будет там все объявлять. Бортовой компьютер в первом трамвае, это звучит отошла так кабель круто. А главное, что он будет голосом Бориса Альбертовича Филатова объявлять остановки. Ну там, следующая остановка «Светлое будущее». Украинскую мову. Да. Украинскую мову. Да. Я думаю, чтобы послушать нашего мэра, а он будет добавлять это будет уже не 90 тысяч человек, а еще больше. То есть, в принципе, они все смогут услышать своего мэра. И если что, этому бортовому компьютеру сказать все, что они о нем думают. Так что всех приглашаем в первый трамвай. После мистических твоих слов, цифру 7, нас вот сообщили мне, что 7 минут у нас осталось. Уже 7 минут? Это такая связь. А в Днепропетровске пока будет чисто... В Днепре, Днепре, Леночка. В Днепре, да, это привычка. Ты свои сепарские штучки будет чисто, без львовского мусора пока что, потому что 26 марта патрульная полиция Днепра вот совместно с активистами якобы задержали фуру якобы со львовским мусором. То есть фуру задержали, но якобы это львовский мусор. Точно не могу сказать, там накладная, очередной грузовик. Но вот мне показалось это символичным, что именно вот сейчас, сегодня в частности, наш мэр Борис Филатов, он отбыл в командировку в Великобританию, в Манчестер, именно на мусоросжигательный завод. И он там будет изучать опыт, вот как это работает, там по переработке. Там, тоже. Да, и строительство в Днепре, возможно. Так что, может быть, потом мы львовский мусор
когда-нибудь лет через 100 будем себе принимать. Я есть место, куда мог бы львовский, и то, что выдается за львовский мусор, опять-таки, я всю ту же тему утюжу. Мы не знаем как бы фактов. Есть место, где, куда мусор... это место и священное, и сакральное, но и мусор о том тоже... больше, чем в каком-либо другом месте, но с этим борются, потому что такое место признали живым. Вот Днепр, говорят, Днепр болото, я имею в виду не город, город у нас прекрасный, река прекрасна, но несколько заболочена. Это вообще отдельная тема. Вот, может, потому что его не признали живым. Вот в Индии уникальное произошло событие, вот Ганг жив, то есть Ганди нет, а Ганг жив. Причем юридически, индийский суд признал реки Ганг и Ямунг живыми существами, а их загрязнение будет наказываться как за причинение вреда человеку. То есть реки отныне, река Ганг имеет статус юридического лица со всеми вытекающими во всех смыслах правами и обязанностями. Это, я напомню, третья по полноводности после Амазонки и Конго, и одна из самых длинных рек, священная небесная река по преданию, которая спускается на землю. Но священно это священно, но мы знаем, что там как теперь быть с кремациями. Там у кого есть бабки, тех кремировали, прах, это и тогда человек достигает, после смерти достигает мокши, просветления такое. А те, у кого денег нет, просто сбрасывали там трупы туда, и животных, омовение, коровы. Это одна из самых грязных рек, ее поэтично иногда называли коричневым супом из экскрементов. Вот, можно вот фото показать? Вот это Ганг, священная река. У меня есть... Мальчик молится. Я приготовил, а может это девочка? А может это девочка, да. За грязью не видно. Мальчик. Вот, и у меня есть пожестче фотографии, но я их решил все-таки не показывать. Не покажем. Мы не хотим, чтобы оштрафовали, закрыли 9 канал. Но последнее, что я скажу, что у Ганга есть еще уникальное при всей этой вот этой грязи, уникальное свойство природное, не до конца изучено, самоочищение. Чего и нам желаем в этой грязи. Ганган пачкаться, да, и самоочищаться. Ну, я думаю, что вот от мусора, от грязи надо все-таки как-то очищаться. А это единственное, ну, или, по крайней мере, одно из главных средств очищения – это театр. Сегодня праздник, сегодня Международный день театра. Коллеги, я вас поздравляю. А как областные театры радуются. Спасибо. Я поздравляю всех, кто имеет отношение к театру. А я думаю, что каждый человек там имеет отношение. Значит, поздравляю с этим замечательным праздником. Он, конечно, был несколько там омрачен таким митингом тоже, да, перед областным советом. Была сегодня встреча с чиновниками, ничего. Это понты. Да, это все как бы понты, потому что я читал такие, ну, вот высказывания, что это же коммунальные предприятия, они вот неэффективно работают. Я воспринимаю театр, ну, как некую прививку, да, там вот, ну, если есть прививка там от оспы, да, то это прививка там от цинизма, там, ну, я не знаю, от многих каких-то вещей. Если на прививку смотреть, насколько она рентабельна, ну, она рентабельна, потому что она просто спасает человека. Потому а что культура те, может быть тех, кого вот привили, они потом и принимают такие решения. Но сегодня все равно состоялась церемония вручения наград, это 25-й по счету, дай бог, не последний фестиваль Сечеславна. Вы же были там, да, но вы мы вот были, но не до конца, но у меня есть инсайдерская информация, что лучшим спектаклем признан спектакль «Одноклассники» театра «Верим», постановка Володи Петренко. Это очень тяжелый, очень трагический и обязательный к просмотру спектакль, который идет на малой сцене. И я считаю, что это та прививка, которая, в общем-то, обязана быть у человека для того, чтобы он оставался человеком. О том, как человек ломает, как жизнь ломает человека, как человек ломает жизнь, призма истории, чужие жизни. Нет, на самом деле это очень сильная, очень точная, очень тяжелая и очень сильная работа. Ну, о погоде остается только о погоде. О погоде, потому что мы же перешли мы время время вперед же произошло. Он и так бежит, так у нас еще его нагло ворует. Спасибо, что пришли вовремя. Да, но с благородной целью использования света рационального времени суток и экономии электроэнергии. Кстати, в Японии, например, есть альтернатива. Там не переводят на летнее время, там просто меняют график. Летом раньше начинают работать. И за 2 часа после восхода экзамены. Через 2 часа после восхода. В Украине, я напомню, пытались его отменить, но был бунт, помните, Буча, да. Ужгород восстал. Там достаточно естественные причины, да, потому что отличается. Советы, короче говоря, вам. Особенно сердечно-сосудистым, дети и подростки, у которых гормональный всплеск. У некоторых ведущих, может быть, сейчас гормональный тоже всплеск. У нас есть дети и подростки среди нас. Советы. Вот,
свежий воздух, уважаемые телезрители, меньше алкоголя, как это несложно, меньше жирной пищи, меньше кофе, что очень больно. И вот что самое главное, не резко вскакивайте с кровати. Надо полежать там час, два, три, четыре, потом только вставать. Хорошая музыка после пробуждения обязательно. И тогда быстрее адаптируйтесь и протянете до зимнего времени. Чуть не сказал, умрете в один и тот же день. Ну, я к советам Евгения Гендина добавлю, вот если у вас есть возможность завтра оставаться дома, оставайтесь, потому что 27-28 марта в Днепре объявлено штормовое предупреждение. Будет очень сильный ветер, по прогнозам синоптиков, до 25 метров в секунду. А это не только в Днепре, в других городах украинских тоже погода усилится. Поэтому будьте осторожны, берегите себя и планируйте свой маршрут. И будьте счастливы. И будьте счастливы. Спасибо, что смотрели нас. Встретимся. И не вскакивайте с постели, пожалуйста. Не вскакивайте, особенно в чужой. Доживем. Доживем до свидания. Всего доброго. Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Если собеседника не было, если там есть деньги, то другой собеседник не раздал.